Ребят, дикая пробка просто на МКАДе. То направление, в котором двигаюсь, в сторону Реутова, все более-менее нормально. В другую сторону просто многокилометровая пробка. Непонятно, с чем связано. Это июнь 2021 год. Вот сейчас километров 10 была просто жуткая стоячая пробка. Вот, никуда не двигалась совершенно. Вот сейчас где-то 12-й километр уже этой пробки. Вот, можно сказать, вот так вот закольцовывается просто московское движение вокруг города. И вот только сейчас поехали. Пишите в комментариях, как вы считаете, какие основные причины летних пробок, почему движение блокируется. Вот, может быть, у вас есть какие-то версии, что с этим делать. В принципе, можно сказать, вопрос постепенно решается. Вот, очень интересно послушать ваше мнение. Спасибо.